В нашей спортивной школе «Заря» есть славная традиция участвовать во всех городских грантовых конкурсах. И в этом году весной мы также поучаствовали. Это были конкурсы в области молодежной политики и грантовый конкурс управления по работе с населением. И, к нашему счастью, мы стали победителями. На средства, которые мы выиграли, мы установили уличные тренажеры. Дело в том, что наши ребята, кроме того, что очень много времени работают и тренируются в спортивном зале гимнастики, мы, конечно, уделяем время их оздоровлению и проводим тренировочные занятия на улице. Дети у нас бегают кросс, бегают различные дистанции, но, конечно, не хватает силовых тренажеров, потому как силу качать гимнастом – это просто первая, наверное, необходимость. Поэтому и пришла в голову такая идея, что нам нужно заняться приобретением данного оборудования. И как раз конкурсы такие, которые проводятся в нашем городе, вот они идут нам на пользу в том, что мы можем их приобретать и устанавливать. И сегодня, установив вчера эти два тренажера, которые нам очень нужны, о которых, собственно, мы и мечтали, это малогабаритные брусья и маятник, уличный тренажер. Ребята сегодня открывают эту площадку. Конечно, они довольны, они радостны. Я думаю, что они очень эффективно будут использовать их в своих тренировках. И мы тоже этому рады. Но в этом году, я знаю, будут еще конкурсы, поэтому останавливаться на достигнутом мы, конечно, не будем. Здесь очень хорошая площадка за спортивным комплексом и большое, наверное, место для фантазии. Поэтому есть куда устанавливать тренажеры, мы будем работать над этим. В будущем мы хотим, конечно, еще приобрести для пресса спины, для силовой тренажер для рук, для ног. Ну и также, конечно, не мешало бы поставить сюда скамеечки, потому что ребенок, приходя сюда, должен скинуть какую-то одежду, поставить свой рюкзачок, чтобы заняться силовой подготовкой. Поэтому есть такие идеи еще и, как может быть, беседочку дальше. Эти снаряды, эти тренажеры уличные, они могут пригодиться не только спортсменам нашей спортивной школы, но и учащимся школ общеобразовательных, потому что у них здесь проходят уроки физкультуры. Это и жители квартала АБ, это жители города Бийска, которые приезжают сюда, чтобы подышать свежим воздухом. Они как раз и могут зайти и потренироваться, и приятно, и с пользой провести свое свободное время. Поэтому, конечно, эта площадка будет рассчитана, в принципе, на всех желающих. И мы с вами выиграли. И на вот эти наши средства мы с вами приобрели, поставили вот эти уличные тренажеры. Я очень надеюсь, что они вам пригодятся в вашем тренировочном процессе, да? Да. Вот, и еще у меня очень большая к вам просьба, чтобы вы относились к этому добру нашему очень аккуратно, чтобы следили, не ломали, естественно, и смотрели, чтобы другие дети относились так же бережно. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, радуйтесь и показывайте хорошие спортивные результаты.